Пришло время для любимого предмета. Математика. У меня просто нет слов. Это лицо отображает все мои эмоции, когда я посмотрел вот на эту срань сейчас. Мне кто-то может объяснить, почему он летает в книге? Почему он летает в книге? Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и мы продолжаем смотреть канал Futuristic Hub, а именно видео Спанч Боб против Балди The Movie, как-то так оно называется. Ссылка в описании на оригинал. Где-то вот здесь вот мы остановились в прошлой серии. Он пытается телепортироваться, но у него ни хрена не выйдет. Насколько я помню, должно быть изображение Спайдермена. Да, вот он! Вот он, Спайдермен висит. Я напоминаю, что было в прошлой серии примерно. Короче, Спанч Боб и Патрик попали в школу Балди, и Балди пытается их всячески нагнуть за неправильный ответ, который Патрик дал. Ну все как обычно, Балди задает арифметические примеры, они неправильно отвечают, они по жопе получают. В общем-то, сейчас мы будем смотреть дальше за их противостоянием. Возможно, мне нужно что-то в голову, head, rubber head start something. Я не знаю, как это. Блин, ну что такое? Так, а теперь, что такое, камера? Камера, не хрясь, это точно камера. Балди сейчас посадит Патрика в одиночную камеру. Тюрьма, побег из Балдишенко сейчас будет, понимаете? Отвали от меня. Куда ты меня тащишь? На помощь. Кто-нибудь помогите мне. Кричи сколько хочешь, Патрик. Здесь тебя никто не услышит. Больной ублюдок. Ты зачем это делаешь? Это всего лишь математика. Всего лишь математика. Всего лишь математика! Чувак, он тебя сейчас сожрет просто. Всего лишь математика! Что ты со мной собрался делать? Видишь вот эту штуку? Это лампы нагревания. Ой, здорово! А тут было прохладно. Ну тогда давай-ка я подключу тебе немножечко под нагрев. О! Больно! Он сжигает его заживо, серьезно? Как тебе это, а? Тебе теперь нравится? Чё, еще подключить жары? Отруби! 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 Балди еще более больной ублюдок, чем я думал. У него тут какие-то средневековые пытки. Я-то думал, он просто детей по жопе шлепает, когда их ловит. Вот, оказывается, что происходит. Вот так... Я слов нет просто. Пришло время следующего урока. Куда? Куда пошел? Hello? Алло? Какого следующего урока? Кто лучше закосплеит роман Стивена Кинга «Игра Джеральда» или что? Отвяжи Патрика! Здесь кто-нибудь есть, Спанч Боб? Алло? Опа. Привет! Какой привет, блин! Ты дьявол! Пришло время для любимого предмета. Математика. Я просто нет слов. Вы видите это лицо? Комментарии излишни, это лицо отображает все мои эмоции, когда я посмотрел вот на эту срань сейчас. Короче, ответь правильно на три вопроса, чтобы у тебя был шанс остаться в живых. Ты говорил, мы выиграем приз. О, боже. Какой же... Ты, этот корабль уже отплыл. Приз уже все, приза уже не будет. Вы готовы, дети? Патрику понадобится ваша помощь. Надеюсь, он вас услышит. А, мы сможем помочь Патрику! Отлично, давай. Проблема. Сколько будет 1 плюс 1? Так, мы дети. К нам Балди обратился, мы дети. Патрику нужна наша помощь. 2! Будет 2! О, дай полегче, а. 2! Он не слышит меня. Это заслуживает наказания. Мне плевать, даже если он не ответит. Ой. Ни хрена себе. Помощь! Ой, помогите! Теперь я могу тебе помочь. Так.
Мне кто-то может объяснить, почему он летает в книге? Почему он летает в книге? Объясните мне, как до этого додумались? Я просто не понимаю логики детских мультфильмов. Что это за звук? Подождите. Это... Это ответ 2? Как? Как? Молодец. Вау. Да так и есть. До него дошел. Дошла моя деликатная подсказка. 2! Дошла она до него, понимаете? Ты читил. Люди, которые смотрят, дают тебе все подсказки. Нет, я ничего, Балдис. Ты сказал ответь правильно. Ты не сказал, что я должен был ответить. Ты просто сказал ответь, так что... Это тупая розовая звезда вообще-то права. Ладненько. Давай-ка. В этот раз. Готов поспорить, ты не решишь. 1 миллион может надеть. Ох, хотел бы я сейчас миллион крабсбургеров. How many? Сколько? Million. 1 миллион. Patrick, that's Патрик, amazing. Это потрясающе. You the problem all by yourself. Ты ответил сам. Какую проблему? Ты решил проблему сам. Какую проблему? Да, да, Балди, твой метод воспитания работает. Он стал гораздо умнее. Давайте поздравим, да, замечательно. Отлично, Патрик. Прекрасная шутка. На минутку я подумал, что ты признаешься, что ты не разбираешься в математике. Но математика тупая. Прошу прощения. Так, подожди. Придержи-ка эту мысль. Я хочу кое-что быстренько сделать. Что, отлепиться от этой сраной тетради или что? Я не понимаю, что ты хочешь сделать? Так, подождите, он что-то говорит. Right. Ой, не переживай, я просто тебя подожду здесь. Совсем один во тьме. И мне нечего жрать. Здесь здоры, двери повсюду, двери, блин, что? Двери повсюду. Интересно, что здесь? Я хотел сказать звезды, потом сказал двери. У меня уже все перемешалось. С этими мультиками, блин! Ух! Так, поехали. А, что у нас здесь? Ой, только не говорите мне, что это очередной блокнот. Да, и динозавр еще. Блокнот и динозавры, это же нормально совершенно. Постоянно в школу Балди приходишь, там блокноты, динозавры бегают. Это Патрик Стар, Квентин Тарантино играет на гобое. Я не знаю, то есть, ну, вообще, вот все подряд может случиться. Привет, Спанч Боб. Надеюсь, ты наслаждаешься посещением моей школы. Ты наслаждаюсь, блин. Да ты с таким же успехом мог бы назвать это место Baldi's Basics. И в Baldi's Basics сплошные пытки. Что ты сделал с моим Патриком? Не волнуйся, он сейчас немножечко повязан со своим домашним заданием. Да. С ним все будет окей. Лучше, чтобы с ним все было окей, иначе... Иначе что, Спанч Боб? Давай-ка сделку. Отвечаешь на все мои примеры. Получаешь друга. Отлично! Сколько будет 12 умножить на 7? 7, 2, 14, 84. Ого. Быстро. Сколько? Чё? 12. Это квадратный корень от 12, правильно? 12. Ты умный. Самый студент умный в моей жизни. Отлично. А что это? Это ты шизофреник лысый. Я не знаю, что это. Это к доктору надо. Вот чё Спанч Боб на это ответит? Тут ничего не написано. Невозможно ответить. Эй! Ты меня обманываешь! О, полагаю. Благо, ты не получишь своего друга обратно. Это же лысый дебил, да? Вот просто. Эй, подожди, это нечестно! Я должен найти способ найти Патрика! Представь себе, Губка Боб, это судьба. Бери ее в мужья в свои верные. Чё? У тебя выбора нет. Только не ты снова. Слушай, я тебе уже говорил, я не хочу играть сейчас. Откуда эта срань? Теперь я помню, это Балдийская линейка. Островатенькая. Опа. Папандос, да? Только не это вновь. Надо сваливать отсюда. Ох, фигась!
Какой? Какой джентльмен! Он еще и по голове ее бьет, смотри. Идеальный стоп-кадр. Просто. Браво, Губка Боб. Вот это, что называется, да. Губка Боб, ценитель, что там, домостроя, да? Ценитель. Бьет, значит, любит. Молодец вообще. Вообще, молодец, красавчик просто. Блин, ты хоть, может, доктора вызовешь, а? Чувак, это перебор все. Не мудохать студентов и не ломать их игрушки в коридоре. 60 секунд. Наказание. Это отправится в отчет по твоей личности. Это ключ? I bet I know where this goes to. Готов поспорить, я знаю, от чего этот ключ. Я не знаю, от сердца Балди и души его. Гениально, ты запираешь человека. А, она не заперта. Он говорит, дверь не заперта, я могу выйти пораньше. И поторопиться, прежде чем не придет этот директор. А, не сбегать из наказания. Так, это интересные эмоции сейчас были. Фух. Не воровать кабинеты, ключи от кабинета директора в коридор. Не запираться в коридор. Чего еще? Не быть плохим студентом в коридоре. Ну и придурок, а. Да, однако, слушайте, как он занял свой директорский пост? Мне просто очень интересно. Через какую такую постель он туда попал? Потому что... И выглядит так себе, кому он нужен. И мозгов нет, и я вообще... Все плохо. Все плохо. Так, погодите. Здесь ничего нет. О. Этот топор может пригодиться. Тут наверняка есть какая-то секретная комната. Ну да, ведь во всей школе, вот в любой школе топоры валяются просто так. Бинго, это оно. Удачи. Далековато вниз. А как ты отпереть себя собрался, если что, чувак? Ты, конечно, молодец. Maybe I shouldn't. Возможно, говорит, мне не стоит. Да ладно. О, господи, вот же полудурок. Ну что ж, ладно, рискнем. Никогда бы я не рискнул. Никогда в жизни. Вот это дебил. Глобус какой-то появился. Чё, ты пойдешь за ним, директор? Давай тут. О, боже. Чё за дискотек? Математический урок окончился. Этот дебил тупой, как камень. Да, молодец, Балди, до тебя дошло. Ну что ж, будет что-то очень скоро. Погоди. А, он сказал, что мой твой друг скоро к нам присоединится. Он говорит, не трогай его! Давай лучше меня! А, слушайте, ну тогда я вас обоих сразу. Он имеет в виду, он имеет в виду, что я вас обоих сразу здесь запру. Не ничего такого, я надеюсь. Короче, скоро придет твой друг. Я быстро, как молния. Ни хрена, ты реально быстро, чувак. Это было сейчас очень быстро, на самом деле. Что происходит? А, это вот сюда. Привет. Вовремя, Спанч Боб. Добро пожаловать в мое подземелье. А у Балди есть подземелье, оказывается. Очень мне нравится то, как к нему, в него можно попасть. То есть какие-то люди заморачиваются, там лестницы, там лифт построить. Нет, это все не для Балди. Это все не для Балди. Просто дыра. Падаешь и разбиваешь себе все на свете и сдохнешь ты там в этом подземелье. Вот. Ты лучше отпусти моего друга, иначе... Иначе что? Что ты вообще можешь, а? Что это было? Насрать тебе тут, типа? Че он проникнется? О, Патрик, чувствуешь? Подожди-ка. Это... Именно Патрик. Вы че несете, а? Привет, ты, наверное, хочешь положить это. Это опасно. А? Не делай этого, Спанч Боб! Держись, Патрик! Что-то посплавать, что-то он сейчас воду пробьет где-то. Я не думаю, что я куда-то пойду, чувак. А, реально! Реально вода! Замечательно.
Эй! Я не могу! Я не умею плавать! О боже! А, и вот единственный способ, куда тебе деваться. Да? Ну, ты выиграл в этот раз, Спанч Боб. Но я вернусь. Все, давай, давай, вали отсюда. Давай, Патрик. Будем плыть отсюда. Ну, это было явно не то, что я планировал. Позвоню-ка я сантехнику. Это надо чинить. Чувак, тебе надо много кому позвонить. Спанч Боб победил. Вот так вот, Балди. Просрал ты. Просрал ты, однако. Ну, спасибо, что смотрели. Нашли ли вы все подсказки в видео и скрытые какие-то предметы? И вы автоматически получаете приз от меня. Herobrine vs. Baldi 3 is coming up soon. Subscribe with notifications on and I'll see you. А, он говорит о том, что приз это типа следующая часть этого мультика скоро выйдет. А я уж думал, мне сейчас денег дадут за то, что я... за то, что я нашел там динозавра, который возле блокнота стоял, например. Ну ладно, в общем, вот такой вот мультфильм. Вот такой вот мультфильм. Переходите там, где оригинальное видео, там тоже смотрите, подписывайтесь, ставьте лайк, комментарий пишите. И здесь подписывайтесь, тоже ставьте лайк, а комментарий пишите мне. Также вступайте в группу ВК, ссылка в описании, жмите колокольчик, жмите поделиться. Спанч Боб победил, Балди просрал, справедливость восторжествовала, это прекрасно. Будем на этом сегодня заканчивать вот такой вот мультик. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.